Здравствуйте, уважаемые коллеги! Привет вас в курсе по SolidWorks. Меня зовут Шахов Евгений. Курс записан для сайта Laufer CNC. И сегодня мы с вами поговорим о создании отверстий. В SolidWorks есть специальная библиотека создания отверстий, Hold Wizard. И сегодня я покажу, как ей начать пользоваться. Итак, нажимаем на Hold Wizard. Что у нас открывается? Вот окно, в котором мы можем выбирать вид отверстий. У меня сейчас активно стоит отверстие с резьбой, любой стандарт. Также вы можете потом добавить свой. Я выберу ISO, вид. Я выберу просто с резьбой отверстие, резьбу, допустим, десятую. Здесь вы можете ввести, какая глубина будет резьбы, допустим, 10, и SolidWorks автоматически вам посчитает нужное отверстие. Здесь вы выбираете фаску при создании этого отверстия. Разместим наше отверстие на данной детали. Прошу вашего внимания, что вот здесь вот есть такая кнопка 3D Sketch, пока ее не стоит нажимать. Вот мы видим, что активизировалась плоскость, она немножко подсвечивается, и нажмем на ней. Я сделаю вид сверху, чтобы было легче работать. Вы видите, что здесь мы работаем сейчас по точкам. Нажму Escape. И теперь мы можем с вами расставить отверстия. Расстояние до этих отверстий. 40. 40. Также работает взаимодействие, если мы выберем точку. Нажмем на Ctrl и следующую точку выберем, то можно добавить взаимосвязь горизонтально. Вертикально. Вертикально. Ну, и здесь можно добавить расстояние вот этого края. 130 и расстояние между севора. И нажимаем ОК. Вот вы видите, создались отверстия, в которых показана резьба схематично. Если вам это не нравится, то ее можно отключить. Пропало вот это вот. Но я всегда предпочитаю оставлять, чтобы видеть, что происходит. Нажмем Ctrl-8 и посмотрим, что опять сверху можно. Показываем, открывая вот это вот меню, здесь можно видеть, что первый эскиз отвечает за наше расположение отверстий, второе за вид нашего отверстия. Второй я никогда не рекомендую вам менять, а с первым я вам покажу небольшой трюк. Вы видите, что здесь точки. Если мы сейчас возьмем инструмент точку, и просто поставим где вам надо и нажмем, то мы видим, как добавляются новые эскизы отверстий. Такую же манипуляцию можно привести, зайдя в сам Hold Wizard. И вот, допустим, добавить еще каких-то отверстий. А можно просто зайти в эскиз расстановки отверстия из конструкционного деревопостроения и добавить там. Рассмотрим еще один вариант добавления отверстий. Оставляем те же самые отверстия, но теперь мы выберем 3D эскиз. Опять же та же самая точка, но заметьте, с курсором уже появились буквы X, Y. Мы перейдем в вид изометрию и посмотрим. Теперь мы можем привязываться не только к плоской поверхности, но и которая поверхность находится под углом. Также можно привязываться и к сферической поверхности. SolidWorks автоматически видит. Еще один небольшой момент.
сделаем отверстие сквозное. Здесь вот through all. Ну и здесь мы можем задать отверстие фаски для отверстия не только сверху, но и снизу. Вот видите. Давайте сделаем фаску больше и посмотрим. Это был первый вводный урок по поводу работы с отверстиями. В дальнейшем мы будем конкретно рассматривать каждое отверстие и как его добавлять в той или иной ситуации. Спасибо за внимание. С вами был Евгений.